Всем привет! Сегодня буду вязать такие пинетки. Для пинеток я использовала пряжу Alize Baby Shakirim и спицы номер 3. Также для обвязки верхней части использовала крючок 2,5 мм. Пинетки начинаем вязать с нижней части платочной вязкой, потом вяжем мысок пинеток, тоже платочной вязкой. Верхнюю часть вяжем сначала узором, а потом в конце вяжем платочной вязкой и провязываем дальше подошву и задник пинеток. В конце по верхней части обвязываем крючком. На спице набрала 59 петель и приступаем к вязанию нижней части пинеток. 14 рядов нижней части пинеток провязываем платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная. И до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так вяжем 14 рядов. Провязала 14 рядов нижней части пинеток. Нижняя часть пинеток готова. Дальше будем вязать мысок. Для начала с левой спицы на правую переносим непровязанными 24 петли. Крепим нитку и приступаем к вязанию мыска. Мысок будем вязать на центральных 11 петлях платочной вязкой. Вяжем первый ряд мыска. 10 петель провязываем лицевыми петлями. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала первый ряд. Разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала третий ряд. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная. 9 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала 4 ряда мыска. По такой схеме, как вязала предыдущих 2 ряда, вяжем еще 16 рядов. Лицевые ряды провязываем кромочная, 9 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Изнаночные ряды провязываем кромочная, 9 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной петлей. Так вяжем еще 16 рядов. Провязала еще 16 рядов мыска. На спицах у меня осталось с обеих сторон по 14 петель и центральные 11 петель. Мысок готов. Дальше будем вязать верхнюю часть пинеток. Для начала с правой спицы на левую переносим петли.
Нитку мыска обрезаем. Перенесла петли и приступаем к вязанию верхней части пинеток. Первый ряд провязываем лицевыми петлями. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная, и до конца ряда все петли ряда провязываем лицевыми петлями. Провязала первый ряд. Следующих 16 рядов будем вязать узором. Вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, одна петля лицевая, и до последних двух петель вяжем узором. Вяжем раппорт узора. Одна петля лицевая, один накид, одну петлю снимаем не провязанной нить за работой, и две петли лицевые. Провязали раппорт узора. И снова повторяем. Одна петля лицевая, накид, одну петлю снимаем не провязанной нить за работой, и две петли лицевые. Провязали второй раз раппорт. И по такой схеме продолжаем вязать до последних двух петель. Лицевая, накид, одну петлю снимаем и две петли лицевые. В левой спице осталось две петли, одна петля лицевая и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязали второй ряд. Третий ряд. Первая петля кромочная, одна петля лицевая, и дальше вяжем раппорт узора. Одна петля изнаночная, петлю, снятую с накидом, снимаем еще с одним накидом, и две петли изнаночные. Провязали раппорт. И снова повторяем: изнаночная, петлю с накидом снимаем еще с одним накидом, и 2 петли изнаночные. Провязали второй раз раппорт. И по такой схеме продолжаем вязать до последних двух петель. На левой спице осталось 2 петли, 1 петля лицевая и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала третий ряд. Четвертый ряд. Первая петля кромочная, одна петля лицевая, и дальше до последних двух петель вяжем узором. Вяжем раппорт узора. Одна петля лицевая. Из двух накидов с петлей вывязываем 3 петли. Провязываем так. Одна петля изнаночная, накид и еще одна петля изнаночная. И 2 петли лицевые. Провязали раппорт и снова повторяем. Одна петля лицевая. Из петли с двумя накидами вывязываем 3 петли. Изнаночная, накид, изнаночная. И 2 петли лицевые. Провязала второй раз раппорт. И по такой схеме продолжаем вязать до последних двух петель. Лицевая. Вывязываем 3 петли. И 2 петли лицевые. На левой спице осталось 2 петли, 1 петля лицевая и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Пятый ряд. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая и до последних 2 петель вяжем узором. Вяжем раппорт узора. Первые 2 петли нам нужно провязать с наклоном вправо за переднюю стенку. Для начала вторую петлю разворачиваем и провязываем 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. 1 петля лицевая и следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку. И 1 петля изнаночная. Провязали раппорт узора и снова повторяем. 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Для начала разворачиваем вторую петлю и провязываем 2 петли за переднюю стенку. 1 петля лицевая. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку. И 1 петля изнаночная. Провязали второй раз раппорт. И по такой схеме продолжаем вязать до последних 2 петель. 2 петли вместе лицевой с наклоном
вправо, лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево и изнаночная. На левой спице осталось 2 петли, одну петлю провязываем лицевой и последнюю петлю кромочную изнаночной петлей. Провязала 5-й ряд. Следующих 12 рядов будем вязать, так как вязали предыдущих 4 ряда. Повторяя схему со 2 по 5 ряд. Провязала еще 12 рядов узором. Вместе у меня провязано 17 рядов. Следующих 7 рядов с 18 по 24 ряд вяжем платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Вяжем 18 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда все петли провязываем лицевыми петлями. Так провязываем 7 рядов. Провязала 7 рядов платочной вязкой. Вместе у меня провязано 24 ряда верхней части пинеток. Дальше закрываем петли. Закрываем петли до последней петли. Последняя петля будет началом набора петель для подошвы и задника. Закрыла петли. Верхняя часть тапочек готова. Дальше будем вязать подошву и задник. Начальная петля для подошвы и задника у нас есть. Для начала набираем петли. Петли начинаем набирать с начальной петли вот так по нижнему краю и к этому углу. Набираем петли. Набрала петли, у меня получилось 99 петель, по 20 петель с обеих сторон для задника и центральные 59 петель подошвы. Дальше на лицевой стороне переносим непровязанными первые 44 петли. С левой спицы на правую. Первые 44 петли и дальше на 11 центральных петлях будем вязать подошву. Для начала крепим нитку. Вяжем первый ряд подошвы. 10 петель провязываем лицевыми петлями. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд подошвы. Разворачиваем. И вяжем второй ряд. Первая петля кромочная. 9 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд. Разворачиваем. И вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых.
И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 4 ряд. Провязала 4 ряда подошвы. По такой схеме, как вязала предыдущих 2 ряда, вяжем еще 36 рядов. Лицевые ряды провязываем кромочной, 9 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной петлей. Изнаночные ряды провязываем кромочной, 9 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Так вяжем еще 36 рядов. Провязала еще 36 рядов подошвы. Вместе у меня провязано 40 рядов. Дальше вяжем 41 ряд. Первая петля кромочная. 8 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 42 ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 43 ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 44 ряд. Первая петля кромочная, 5 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 45 ряд. Первая петля кромочная, 4 петли лицевые и 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Сорок шестой ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые и 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 47 ряд. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые и 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 48 ряд. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая и 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 48 рядов подошвы. Вот такая подошва пинеток у меня получилась. На спицах у меня осталось по 20 петель с обеих сторон для задника и центральные 3 петли. Подошва готова, дальше вяжем задник. На центральных 3 петлях вяжем задник. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд. Разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд задника. По такой схеме продолжаем вязать до тех пор, пока на спицах не останется 3 петли. Лицевые ряды провязываем кромочные, 1 петля лицевая и 2 петли вместе изнаночной петлей. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 1 петля лицевая и 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала задник, вот такая подошва, и задник у меня получились. На спице у меня осталось 3 петли. Закрываем эти 3 петли. Закрыла петли. Можно обрезать ниточку, и пинеточки готовы, а можно обвязать по верхнему краю. Я обвязывать буду так. Крючок у меня 2,5. И вяжем так. Провязываем 3 воздушные петли.
и отсчитываем третью петлю и под косичку вводим крючок, вытягиваем петлю и провязываем 2 петли. И снова повторяем 3 воздушные петли. И под третью косичку, под третью петлю вводим крючок, вытягиваем петлю и провязываем 2 петли вместе. И снова 3 воздушные петли. Под третью петельку вводим крючок и провязываем 2 петли. И так обвязываем по верхнему краю. Обвязала по верхнему краю, пинеточки готовы.